Тимофей Иванович. Он родился 19 февраля 1921 года. В 1941 году он был призван Рассказовским горвоенкоматом на фронт. Мой прадед руководил штрафбатальоном. В 1942 году он лежал в госпитале с ранением в левое плечо. После того, как он вышел из госпиталя, учился на лейтенанта. 22 декабря 1942 года он был награжден медалью за оборону Ленинграда. После он был награжден такой же медалью 19 сентября 1943 года. Мой прадед руководил не только штрафбатальоном, но и Красной армией. Его форма хранится в селе Верхней Спасской в военном музее средней школы. Его фамилия, имя, отчество изображено на памятнике солдат, погибших и вернувшихся с фронта. Держал оборону Ленинграда. Он был награжден 11 юбилейными медалями. После того, как он вернулся с фронта, он был награжден медалью Жукова в 1946 году.